И личным рекордом, и партийным рекордом, потому что мы были единственная такая партия, которая получила больше голосов, чем остальные партии там в Риге. В своей речи вы сказали, что прошли семьи, и теперь центристская партия является такой семейной, можно сказать, партией. Ну, могли да. бы вы прокомментировать? Так и получается, потому что у нас и семья Кормов, и семья Савизаров, и Ату Муст, и его дочка, и так далее. Так что так и есть. Есть ли надежда все-таки сформировать вместе с реформой коалицию? Знаете, все зависит от того, что реформа, получили ли они какой-то новый опыт или нет. Ну, посмотрим. Но сами вы удовлетворены результатами? Да, конечно. Если я получил больше голосов, чем в прошлом году, и моя партия получила больше голосов, чем в прошлом году, конечно, я с этим доволен. Спасибо.